Сегодня в Муроме моделировали процесс личностного развития учащихся. На базе 4-й школы прошел областной семинар для руководителей школ со всего региона. В школьной галактике побывала делегация более чем из 20 человек и наша съемочная группа. Неземные танцы, инопланетные существа и даже пришельцы. Так учащиеся Муромской 4-й школы встречали руководители общеобразовательных учреждений области. Гости семинара прошли по Млечному пути, создавали рисунки на мастер-классах, осваивали многообразие звуков. Многие даже сделали памятные фотографии в звездных фотозонах. Для областного семинара тема космоса и галактики была выбрана не случайно. Личностное развитие учащихся, чем мы занимаемся в своей школе, как раз способствует созданию различных звезд на нашем галактическом небосклоне. Главная цель сегодняшнего семинара – обмен опытом, обучение и воспитание детей посредством инновационных педагогических технологий. И показать действительно было что. Последние 5 лет мы усиленно работаем в инновационном режиме. Больше половины наших школ – это опытно-экспериментальные инновационные площадки регионального уровня, федерального уровня. Конечно, это позволяет и дает возможность педагогическим коллективам двигаться дальше, двигаться вперед. Такие мероприятия способствуют профессиональному росту педагогов, а значит, повышению образования школьников и развитию их личности. Мария Жукова, Александр Симонов, Новости Муром.